Этим летом в московском районе рабочие места получат 600 трудных подростков, а молодые мамы смогут пойти на курсы переподготовки. Выездное совещание Координационного совета по вопросам семьи и детства прошло на предприятии «Новое поколение». Здесь уже много лет сложных подростков перевоспитывают через труд. На рабочих площадках бывшие хулиганы учатся собирать детские настольные игры и зарабатывают первые карманные деньги. Кто хочет, может заработать, даже больше, чем их родители зарабатывают. Ну, а кто не может по каким-то причинам или не очень желает, он больше занимается досуговыми мероприятиями. В этом году получить первую зарплату в московском районе смогут 600 подростков. Вакансии для несовершеннолетних готовы предоставить садово-парковые предприятия и курьерские службы, Российский союз молодежи и Центр персонального развития. У нас в городе этому вопросу уделяется очень большое внимание. В городе приняты два основных документа. Это концепция демографического развития и концепция семейной политики Санкт-Петербурга. Для того, чтобы объединить усилия вот этих всех ветвей власти, и есть наш координационный совет. Для молодых мам уже 5 лет существуют бесплатные курсы переподготовки и повышения квалификации. Популярностью у женщин пользуются профессии бухгалтера, повара, парикмахера и мастера маникюра. В этом году в агентстве занятости есть еще 9 вакантных мест.